Масленица – один из любимейших праздников на Руси. Возбестие его отмечают с размахом. Массовые гуляния возбестия пройдут на центральном стадионе 2 марта. Предстоящие выходные возбестие пройдут масленичные гуляния. 2 марта в 12 часов на запасном поле стадиона «Уралазбест» состоится театрализованная концертная программа. С часу до двух все желающие смогут посостязаться в силе и ловкости на ценные призы. А после – молодежно-танцевальный флешмоб, хороводы и сожжение чучела масленицы. На протяжении всего праздника детей и взрослых будут катать на квадроциклах, лошадях, пони, олене и верблюде. На празднике будут работать торговые площадки. Для всех желающих – блины, выпечка, горячий чай и шашлыки.